Добрый вечер. Новости Таллина снова в эфире. Сегодня пятница, выходные уже совсем близко, и обычно на пятничный выпуск мы приберегаем такие легкие новости, которые соответствуют настроению уикенда. Но сейчас найти их непросто. Но к финалу программы у нас они обязательно будут, как и советы, куда отправиться в субботу и воскресенье, но пока к другим новостям, не столь оптимистичным. Традиция проводить конференции в Министерстве обороны зародилась буквально пару недель назад, но журналисты считают ее весьма важной. Ведь по поводу происходящих в Украине трагических событий поступает немало как объективной информации, так и домыслов и фейков. И поэтому так важно получить всю информацию из первых рук. Что и сделал сегодня побывавший на очередной встрече Михаил Владиславлев. За последние сутки с военно-стратегической точки зрения ситуация в Украине не изменилась. Российские подразделения продолжают перегруппировку, производится массовый подвоз боеприпасов и топлива к ударным группировкам. Также продолжается обстрел стратегических центров, таких как Харьков, Чернигов и Николаев. Бомбардировки продолжаются и ночью. Растут потери гражданских лиц и потоки беженцев. Их число уже заметно превысило 2 миллиона человек. Очевидно, что быстрой военной операции не получилось, затягивается перегруппировка. Эстонские эксперты говорят о том, что целью российских вооруженных сил может быть по-прежнему изоляция Киева или расширение уже захваченных территорий на востоке Украины. Говорить о том, произошла ли коррекция каких-то изначальных целей, рано. Надо дождаться момента, когда логистические операции и реорганизация подразделений завершится. Тогда будет видно, куда и на какие направления будет направлено большее количество сил, а куда меньше. Нельзя исключить, что все продолжится по прежнему плану, то есть по всему фронту от Киева до Николаева будет продолжено наступление, как и до сих пор. Уже вчера на пресс-конференции правительства министр обороны Калли Ланет озвучил мысль о том, что возврата к миру, каким он был до начала военных действий в Украине, то есть до 24 февраля, быть не может. Для нашей страны и всего Балтийского региона это означает, что НАТО начинает переход с режима сдерживания в режим обороны. Союзники по альянсу уже предприняли значительные меры. В военном городке Тапа находится почти 2000 военнослужащих из стран НАТО. В Эмори воздушное дежурство будут нести 10 истребителей, включая американские F-35. Но это лишь краткосрочные меры. Следующие шаги министры НАТО обсудят на предстоящей неделе в Брюсселе. Очевидно, что мы должны быть готовы к обороне. Конкретные шаги, о которых мы говорим, это увеличение численности наземных подразделений, существенное усиление возможностей ПВО. Мы говорим о предварительном складировании оснащения военных подразделений. К этому, видимо, надо добавить какой-то управляющий и руководящий компонент. Окончательные планы действий должны быть одобрены на саммите НАТО в Мадриде, который пройдет летом. В нашу страну продолжаются визиты зарубежных гостей. У нас бывали представители британской лейбористской партии, находящиеся в оппозиции, но демонстрирующие полное единство с правящими консерваторами в украинском вопросе. Министр обороны Бельгии сообщил, что его страна продлит миссию своих ВВС в Эмори. Вчера в рамках учений Cyber Strike прошли контрольные стрельбы. Помимо подразделений ПВО из Эстонии, США и Великобритании, в них участвовала не входящая в альянс Финляндия. В Эстонии идет активная запись в ряды народного ополчения «Кайцелит». В последние дни подано 700 заявлений. В Минобороны заявили, что большая часть вооружений и боеприпасов, предусмотренных для помощи Украины, уже доставлена к местам боевых действий. В финансовом выражении поддержка составила очень значительные, не только по рамкам небольшой Эстонии, 220 миллионов евро. Михаил Владиславлев, Марта Эйнло, новости Таллина. Война в Украине заставила многих людей покинуть родную страну. Мужчины остаются там защищать родину, а женщины и дети становятся беженцами. Проблемы с ними связанные нуждаются в решении. Поэтому Министерство образования и науки разработало план действий по предоставлению детям и молодым людям из Украины возможности продолжить образование. Сегодня эта программа стала достоянием общественности. С ней ознакомился Илья Бань. Представленная сегодня дорожная карта в сфере образования кажется еще сырой, но видно, что работа началась и будет продолжаться все ближайшие месяцы. Часто задаваемые вопросы и ответы на них есть как на странице города Таллина, так и на сайте Министерства образования. Часть приезжающих детей имеют травматический опыт, и, конечно, первоочередная цель – накормить, обогреть, расселить. Наивно предполагать, что сразу же стоит продолжить обучение или, как официально говорится, академический путь. Надо обжиться, при возможности начать занятия в кружках или секциях. Основы учебного года уже и начать полноценные занятия. Остается вопрос на русском языке или в эстонской школе. Видение министерства на данный момент такое: при малейшей возможности выбрать
все-таки эстонскую школу, так как нагрузка на русскоязычные школы, очевидно, будет существенной. Семьи из Украины имеют разный язык общения, часто он русский. Наш совет не носит универсального характера, но все-таки советуем выбирать школу с эстонским языком преподавания. По мнению психологов, важно, чтобы дети как можно раньше включились в обычный ход жизни в новой для них стране. Этому, конечно, способствует школа или удаленные занятия через интернет. Крайне важна роль учителей и доброжелательность одноклассников. Важно предоставить ученику из Украины опорное лицо, кто познакомил бы его со школой, с ее установками, помог бы войти в процесс. В школе могло бы быть и несколько школьников, ребят, которые бы взяли новичков под собственную опеку, встречаться на переменах, показывать классы, знакомиться. Это тоже поможет новым учащимся безболезненно влиться в новую школьную семью. Напомним, что есть горячая линия школьных психологов. Она работает на русском языке каждый вторник с 16 до 20 часов по номеру 1227. А в большинстве университетов Эстонии готовы принимать звонки и давать ответы на вопросы, связанные с продолжением получения высшего образования, которое было прервано из-за военных действий. Принят и ряд мер поддержки студентов из Украины, которые уже учились в одном из общественно-правовых университетов Эстонии на момент начала войны. Мы освободили от платы за текущий семестр студентов из Украины. Сделаем мы это и в будущем семестре. По июнь включительно обеспечим плату. Стипендий. Через фонд развития мы также собираем деньги на стипендии будущим украинским студентам. Эту систему мы сейчас вырабатываем, чтобы максимально поддержать нынешних и будущих студентов из Украины. Также напомним, что в каждом университете есть учебные программы на английском языке, которые знают многие прибывающие из Украины абитуриенты. Сегодня в Министерстве образования подтвердили, что ведут интенсивную работу с Таллином и другими муниципалитетами для выработки единого подхода. Не исключенный вариант открытия украинской школы, но это точно вопрос не ближайших недель или месяцев. Илья Бань, Петр Юлявайн, новости Таллина. Тем временем муниципальная полиция наложила штрафы на общую сумму почти 99 тысяч евро за различные нарушения, включая неправильную парковку и пользование общественным транспортом при отсутствии права на бесплатный проезд. Причем такая немалая в общем сумма набралась всего за 2 месяца. Этих штрафов можно было бы избежать при соблюдении элементарных правил, о чем и узнала, к счастью, не на своем опыте, Лина Тровская. Всего лишь за январь и февраль таллинская муниципальная полиция выписала 4766 штрафов нарушителям на сумму 98 396 евро. В основном это были автобусные и трамвайные зайцы, а также те, кто пренебрегает правилами парковки. Львиная доля этой суммы – штрафы нерадивым и несоблюдающим парковочные нормы водителям. Всего их назначено 4421 на общую сумму 88 540 евро. За неоплаченный проезд в общественном транспорте и нарушение правил таксоизвоза в общей сложности назначено 345 штрафов на 9856 евро. По словам старшего инспектора МУПО, мы все за 2 года устали от различных, постоянно меняющихся правил, но надо, чтобы жизнь вернулась в прежнюю колею, а значит, вновь вступили в действие правила и нормативы. Например, уже несколько месяцев, как вернулось требование валидировать карточки в общественном транспорте. Большое количество штрафов было выписано. В среднем более 2000 штрафов ежемесячно выписывается. С чем это связано, к сожалению, тяжело объяснить, что, несмотря на то, что погодные условия дают людям больше возможностей как бы для парковки, и их меньше наказывают за это, тем не менее, количество штрафов огромное. После долгого перерыва, примерно 2 года, мы не проверяли наличие валидации карточек в общественном транспорте. Мы снова возобновили эту так называемую услугу и просим людей быть более внимательными и валидироваться при проезде в общественном транспорте. Если у вас есть карточка и вы просто забыли по невнимательности ее провалидировать, то вам дадут такую возможность. Штраф назначается в том случае, если карточки у вас нет с собой и явно вы даже и не собирались ее валидировать. Что касается парковки, то водители также предупреждают о том, что они нарушили правила. Штраф выписывают, когда нарушение действительно существенное. Мы, наверное, попросили бы больше внимания обращать на то, где вы оставляете свою машину, потому что зачастую неправильная парковка приводит к опасным ситуациям на дороге.
когда блокируются пешеходные переходы, когда блокируются выезды из дворов и так далее, и так далее. То есть будьте более внимательны, не думайте только о себе, а думайте о окружающих, кому вы можете нанести вред своей неправильной парковкой. Конечно, штраф запоминается гораздо лучше, чем простое предупреждение. А ведь если просто вести себя аккуратнее и сознательнее, то вы, вероятно, к тому же и ущерба собственному бюджету не нанесете. По нынешним временам это немаловажно, согласитесь. Лена Туровская, Март Эйнло, новости Таллина. Некоторые авторы в соцсетях выражают опасения, что в связи с нынешней ситуацией городу придется отказаться от социальных программ или каких-то запланированных инвестиций. Ответ городских властей однозначен. Новая ситуация не остановит развитие столицы. Как бы доказательством тому стала церемония закладки краеугольного камня нового корпуса детского сада «Асундуса», на которой побывала наша съемочная группа. Таллинский детский сад «Асундусе» в его нынешнем виде был создан в 2004 году, когда его объединили с детским садом «Маяка». Ранее они являлись отдельными учреждениями и находились по разному адресу. В 2010 году, после завершения реновации здания детского сада, расположенного по адресу Палости, 19, в нем стало 9 групп, на одну больше, чем прежде. После завершения строительных работ, которые идут в настоящее время, в детском саду будет уже 10 групп. После окончания строительства ребятишек также ждут интересные новшества. У нас будет новый спортивный зал. Сейчас у нас один зал, это музыкальный зал. И раньше два дома занимались в одном зале. Дети одевались, выходили, раздевались, занимались и шли обратно. Теперь можно учителю музыки, учителю физкультуры очень хорошо делить свое рабочее время. Новый корпус будет построен на месте снесенного старого здания. Вместо прежних 4 в новом здании разместятся 5 групп. Будет создана современная среда для обучения и развития детей, а также улучшатся условия труда персонала. На крыше здания планируется установить солнечные панели, чтобы получить класс энергоэффективности, обозначающий, что здание обладает низким энергопотреблением. Вопрос с местами в детских садах до сих пор является довольно болезненным. А в свете прибывающих беженцев из Украины, среди которых также и дети, которым тоже необходимо место в детском саду, эта тема становится все насущнее. Проблема мест в детских садах, она всегда была актуальна. Сейчас действительно она становится еще более актуальной. Поэтому, конечно, мы очень рады, что у нас будет и в рамках данного проекта на одну группу больше. И также я хочу отметить то, что очень важно то, что несмотря на все кризисы, которые были в последнее время, наши строители большие-большие молодцы, и проект сейчас идет по графику, это для нас тоже очень-очень важно. Строительные работы, которые начались в ноябре 2021 года, должны закончиться в ноябре года нынешнего. Хочется надеяться, что внешние факторы не смогут помешать строительству, и оно будет завершено вовремя. Стоимость работ, включая внутреннюю обстановку, составляет 3 миллиона 240 тысяч евро. Сергей Овченков, Роман Васильев, новости Таллина. И как я уже сказала в начале, пятница не может обойтись без хороших новостей. Сегодня были объявлены результаты архитектурного конкурса для строительства нового здания крупнейшего в Эстонии школы по интересам Куллу, расположенной в столичном районе Кристина. Вадим Малышкин ознакомился с работами победителями и готов рассказать, как будет выглядеть самый новый и самый современный молодежный центр в стране. Центр Кула является крупнейшей в Эстонии школой по интересам, в стенах которой свыше 2000 детей и взрослых реализуют свой творческий потенциал, достигая высоких результатов, в том числе и на международной арене. Нынешнее здание Кула построено в далеком 1978 году. Когда-то Кула считался одним из лучших дворцов пионеров. Сюда ездили для обмена опытом делегации со всего Советского Союза. Сменилось время, изменились задачи таких центров, да и само здание уже отслужило свой срок. После обсуждений со специалистами, а также теми, кто этот центр посещает, власти города приняли решение, что даже капитальным ремонтом тут дело не обойдется. И необходимо строить полностью новое здание. Площадь центра вырастет, он будет уже многофункциональным, хотя бы потому, что вдобавок к школе по интересам, которая теперь получит и большой зал, наконец, которого, в общем-то, не хватало, здесь разместится еще и филиал района Кристина, филиал центральной библиотеки города Таллина. Это впервые библиотека появится в районе Кристина. Кроме того, здесь разместится молодежный центр Кристина, поэтому это будет вот такое вот, скажем, здание для всех жителей района Кристина.
Путина и тех, кто сюда приезжает. Еще в 2020 году был объявлен архитектурный конкурс на новое здание. И вот сегодня на торжественном мероприятии были представлены не только работы победителей, но и все присланные на конкурс проекты. Первое же место занял проект с символичным названием «Солнце». Для нас важно было, чтобы рабочие помещения могли взаимодействовать друг с другом. В проекте видно, что использовано много стекла. Это для того, чтобы деятельность посетителей центра была на виду и было больше пространства. Но речь идет не только о новом здании. Вся прилегающая территория также будет обустроена таким образом, чтобы все посетители центра могли проводить на ней как различные занятия, так и просто использовать как зону отдыха. Вадим Алышкин, Марта Эйнло, новости Таллина. Самый именитый эстонский режиссер Эльмо Нюганен – почти вся труппа русского театра. «Гоголь» – это лишь некоторые слагаемые того, из чего вырос большой интерес к завтрашней премьере русского театра «Мертвые души». Только что завершился генеральный прогон спектакля, уже завтра зал заполнит премьерная публика. Сергею Овчинкову удалось заглянуть на самую последнюю репетицию, и оттуда его репортаж. Драматургическое наследие Николая Васильевича Гоголя трудно назвать многочисленным, но пройти мимо его потрясающих пьес русский театр Эстонии, разумеется, не мог. На сцене театра уже неоднократно ставились такие литературные шедевры Гоголя, как «Женитьба» и «Ревизор», а сыгранный в последний раз на сцене театра «Игроки» по праву можно было назвать одним из самых популярных спектаклей, поскольку он был в репертуаре около 10 лет. А вот «Мертвые души», переложенные для театра, ставятся здесь впервые. А это означает, что ранее никогда на эту сцену не выходили жители губернского города Н и окрестностей, чей покой был так внезапно нарушен, приехавшим господином Чичиковым. Бессмертный первый том «Мертвых душ» Николая Гоголя хранил своих персонажей долгие годы и безропотно ждал, когда эта пестрая компания ворвется наконец на сцену русского театра. Любое произведение, классическое произведение, гениальное, оно актуально в любые времена. И меняются смыслы и контексты абсолютно, смотря то, что происходит за окном твоего дома. Потому что, думая о том, кто мертвые души для нас сейчас, мы могли бы месяц назад, две недели назад ответить по-другому. Сейчас появляется дополнительный подтекст. И поэтому решать все-таки это публике. Мертвые души – это люди, которых нет, которыми так легко распоряжаются. Ну а сюжет Гоголя в нынешней постановке не изменился. Бывший чиновник Павел Чичиков приезжает в некий губернский город для скупки умерших крестьян, которые еще числились как живые. Поразительно, но уже тогда Гоголь в своем произведении обозначил мошеннические схемы, которые, к сожалению, прошли через века. Достаточно вспомнить нажитые некоторыми олигархами состояние тех, кто словно герой Гоголя им в этом помогли. Но актеры, которые играют в спектакле, полагают, что, как и положено, в постановке найдется место и для главного героя Гоголя. Гоголевских пьес, а именно смеха. Этот спектакль будет очень веселый, мы так предполагаем. Там, скорее, больше будет смешно. Ну, задуматься можно будет уже потом, когда зритель выйдет из театра. Практика показывает, что спектакли по классическим произведениям у местной публики пользуются спросом. Доказательством тому служит и то, что на предстоящие два спектакля в субботу и воскресенье билеты практически раскуплены. Так что надеемся, что на большой сцене русского театра ожидается большая премьера, и мы поймем, что значит понятие «мертвые души» в наши дни, и не потеряло ли оно актуальность по сравнению с тем временем, когда создавалась эта великая поэма, как называл свое произведение Гоголь. Сергей Овчинков, Петр Юльвайн, новости Таллина. Но завершить наш выпуск мы хотим разговором о самом главном, о том, может ли культура помочь спасению наших душ в это смутное время, когда многие думают, что вопросы решаются только танками и бронетранспортерами. Наша собеседница в студии сегодня директор русского театра Светлана Янчик. Добрый вечер. Добрый. Светлана, у нас полный солд-аут на «Мертвые души», будет премьера, но кому-то кажется, что в это непростое время искусство, ну, совсем не самое время, наверное, для театра, для музыки. Мне кажется, что наоборот, напротив, что, может быть, как никогда люди нуждаются и в добрых, и светлых впечатлениях, и не то чтобы оторваться от действительности, а то, чтобы над ней возвыситься и посмотреть на это более широким взглядом. И эту возможность как раз искусство дает. Ну, даже обратите внимание на спектакль «Мертвые души». Это
писатель, который во многом сформировал наше представление об Украине. Этот писатель, Гоголь, писал на русском, ставит Гоголя «Мертвые души». Эстонский режиссер Эльмо Нюганен играют в стенах русского театра. На премьеру придет президент Эстонской республики. Поэтому мне кажется, что это очень важно сегодня, чтобы культурная жизнь продолжалась, чтобы мы не потеряли и ее тоже вместе с покоем, вместе с уверенностью в завтрашнем дне и так далее. Сейчас очень часто мы сталкиваемся с тем, что с полок убирают русские книги. Кто-то кричит, что нужно закрыть магазины с русской литературой. Но неужели люди в погоне за милосердием, за солидарностью немножечко теряются? Конечно, мне кажется, что это в известной мере перегиб. Это такое отчаяние, которое приобретает не совсем правильные и здоровые формы. Потому что в разное время велись разные войны, но никогда не воевали против культуры. И в 40-е годы играли Шиллера, исполняли Вагнера во всем мире. Это не становилось, таким препятствием на пути к этим авторам. Я надеюсь, что это пройдет, что это такое явление острого периода. Да, а дальше, по мере продвижения вперед, мы все-таки поймем, что культурные ценности — это как раз то, что поможет нам в будущем наладить диалог, начать разговор, потому что это же неизбежно, мы должны все-таки стремиться к миру. Для самых маленьких зрителей, которые сюда, наверное, не по своей воле прибыли из Украины, Русский театр тоже подготовил сюрприз. Да, мы сейчас связались с Красным Крестом и предложили, что мы сыграем детский спектакль благотворительный. Сейчас пройдет опять-таки эта горячая пора, когда мы поймем, сколько у нас детей, в какое время им удобнее будет прийти в театр, сколько вообще человек останется в Таллине и так далее. Русский театр вообще всячески пытался участвовать в благотворительных акциях, связанных с Украиной, потому что мы понимаем, что мирное население, люди, которые втянуты в этот военный водоворот, они страдают больше всего, потому что они не защищены. И среди этого незащищенного поколения есть еще те, которые более уязвимы. Это семьи детей с особенными потребностями. И сейчас мы собрали средства, которые тоже переводим в помощь тем людям, которые занимаются подростками и маленькими детьми, у которых нет родителей и о которых некому позаботиться. И мне кажется, что в этом, собственно, есть предназначение и искусство в том числе. Но о каких запретах тут может идти речь? Хочется верить, что вы правы как никогда, и Пушкин никогда не будет под запретом. Спасибо, я тоже так думаю. Спасибо большое. Некоторые видные исследователи Гоголя говорят о том, что проблема нашего времени такая же, как и в 19 веке. Души у многих и вправду мертвые. Неспособные на истинное сочувствие, сострадание. Наша гостья, директор Русского театра Светлана Янчик, убеждена, что у зрителей театра, как и у телезрителей с душами, все в порядке. И мы способны на любовь и сострадание. Нам остается только рассказать вам о погоде на субботу и воскресенье. И пусть бальзамом на наши души будет то, что предстоящие выходные обещают быть солнечными. Настоящей ночью ожидается переменная облачность без осадков. Возможен туман, ветер западных направлений порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 тепла. Завтра днем солнечная погода, ветер западных направлений от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 6 градусов тепла. В ночь на воскресенье ясно, без осадков. Ветер западных направлений 1,5 метров в секунду. Температура воздуха -3, -5 градусов. В воскресенье днем солнечно. Ветер западных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха +4, +6 градусов. В ночь на понедельник преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер западных направлений 1,5 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 3 градусов мороза. В понедельник днем солнечная погода, ветер западных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от +5 до +8 градусов. Хороших и спокойных выходных желает вам коллектив нашей программы. Я ее ведущая Екатерина Плехова. Мы вернемся в эфир в понедельник, когда в 9 вечера на экранах вновь появится привычная заставка новостей Таллина. До свидания.